Однажды между учениками Иисуса Христа возник спор о том, кто из них должен почитаться большим. Иисус, услышав об этом, подзывает их к себе и говорит им такие слова. «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. Кто из вас хочет быть большим, будь слугою. Кто из вас хочет быть первым, будь рабом. И Сын Человеческий пришел на эту землю не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Слуга людей. Как часто преклонившись у распятия, я взвешиваю пройденный мой путь, и небо, открывая вдруг объятия, зовет меня на жизнь Христа взглянуть. Вот вижу Его в яслях Вифлеема, беспомощным младенцем в нищете. Он ради нас оставил славу неба, но разве не урок смирения мне? И вот идет дорогой каменистой, босые ноги, платья бедняка, доступны для слепых, убогих, нищих, и в этом мне урок наверняка. И вот рукой коснулся прокаженных, чтоб просто без упрека исцелить. От бесов вижу им освобожденных, как глубоко умеет он любить. Вот преломленным хлебом кормит толпы и благословляет маленьких детей. Вот с лодки успокаивает волны и призывает робких быть смелей. Он мытарю приносит в дом прощения и блудницу спасает от камней. Творец всего, с каким же вдохновением становится слугою для людей. Вот в храме он молитву фарисея как памятник гордыни оценил. И вдруг, благословений не жалея, вдову за лепту нежно похвалил. Нет в нем лицеприятия нисколько. Ему земные почести не в счет, и потому творит добро негромко, отцу всю славу кротко воздает. А вот склонился он к ногам Иуды, чтобы водою ступни освежить. Тому, кто с палачами вскоре будет своим предательством казнить. И, наконец, Голгофский крест страдания, где молит он Отца простить людей, которые за все его деяния вонзили в тело острие гвоздей. Как часто преклонившись у распятия, я взвешиваю жизненный мой путь, и небо, открывая мне объятия, вдруг шепчет: на Христа похожим будь. Аминь.